грибочки? Нет, я не хочу разрушать послевкусие. Жора, не выпендривайся. Так все, Лев Сергеевич, тебе хватит. Гель, перестань. Лёва у нас мужик. И может еще выпить халявной-то водки. В каком смысле халявный? А в таком смысле, Лёвочка, что это не твой праздник. Жора, ничем не подкрепленное утверждение. Да? Да. Молодой человек, можно ручку? Скажите, пожалуйста, кто сюда пришел первый? Да, кто пришел первый? Человек, который даст вам щедрые чаевые, или вот этот вот, с позволения сказать, облезлый барин со школьными тетрадками в кейсе? Жора, это очень стыдно сейчас было. Нет, нисколько. Да, это он зря. При всем уважении, сэр, но мужчина с тетрадками вас опередил. Опередил. Спасибо, молодой человек. Вы свободны пока. Что и требовалось доказать. Опередил. Когерентность моих колебаний выше. Это при том, что расстояние до объекта у нас одинаковое. Вот теперь выпьем. С удовольствием. Лёвочка, за тебя. Мастера разводить демагогию и подбирать за другими то, что плохо лежит. Все, хватит уже обоим. Хватит, все. А можно нам кофе всем? Подожди, ты сейчас... Ты сейчас что имел в виду? То, что ты, Геля, плохо лежала, а я тебя подобрал. Да, это он тем более зря. Геленька, мы просто немного запутались в терминах. А, ну ничего, зато правильно друг друга поняли, да. Геля! Георгий Михайлович, я... Тогда вот, в 89-м, это я вас бросила. Да. И знаете, самое интересное, что ни разу об этом не пожалела. Потому что любила она только меня, Жора. Всегда. Так что пойдем, Гелечка. А ты сиди уже, специалист по волновым колебаниям. Я тебя, знаешь, что же? Я тебе не объект. Лев Сергеевич. Ты почему трубку не берешь? Действительно. Лёва, почему? Об участии третьих лиц речи не было, поэтому все в порядке. Ты сказал, что ты на педсовете, а сам... А сам сидит тут и выпивает, подлец. А знаешь, что он будет делать дальше? Я вам сейчас расскажу. Он будет есть по симпозиуму, да? Забывать ваши дни рождения. Ему нельзя вообще-то. С виду приличные люди. Мы в оперу собирались. А. Знаешь, почему у тебя гастрит? Не из-за вот этих вот излишеств, что ты врешь постоянно, Лев Сергеевич. И тебе реально плевать на тех, кому ты действительно дорог. Боже, как точно! Я даю тебе 5 минут, если ты все еще хочешь на Трубадура. На Трубадура? На Трубадура. Это такси за углом. До свидания. Ну, Левка! Лев Сергеевич, ничего не хочешь нам рассказать? Вам? Ну, разумеется, нам, близким тебе людям, которым не безинтересно было бы узнать, с каких это пор, Левочка, ты пристрастился... К опере. Да. Геля, я ведь не спрашиваю тебя, что это за тип пригласил тебя сегодня вечером в ресторан, сейчас сидит рядом с тобой, как будто имеет на это право. Фу, Лёва! Я с некоторых пор
свободный мужчина. Он даже не отрицает. Это сейчас бесполезно. И имею право иногда сходить на трубадура. Прав. Да. Хорошего вечера. Георгий Михайлович, не хотите прошвырнуться по вечерней Москве? Ангелина Ивановна. Прекрасно. Идемте. Идемте. Прошвырнемся мы по вечерней. Минуточку. Это всегда лежало вот так. Не надо, я сама. Спасибо. И не забудьте заплатить за банкет, господин Фаворский. Окей, окей, я перегнул палку. Подставная красотка – это запрещенный прием, удар ниже пояса. Но мне кажется, что подобные встряски иногда на пользу заскучавшим семейным парам. Да, да, спасибо, что заботишься о моих предках. А рейтинг Льва Сергеевича 100% подскочил пунктов на 10 в глазах Ангелины. Слушай, ты, сын архитектора, если тебя в детстве бросили, это не значит, что у других не должно быть нормальной семьи. Я вовсе не так глубоко трагичен, как ты думаешь. Мотивы, которые мною руководят, гораздо примитивнее, чем... Мама и папа могли помириться, но тут явился ты, мальчик, который, простите, мне нужны деньги. Подожди. Все, я тебя поздравляю, ты победил, чемпион, можешь ехать домой. Нагулялся? Да нет, я усыплял бдительность кобры и пытался оттянуть внимание на себя. Личную жизнь устраивал, так и скажи. Вместо того, чтобы быть на месте и мониторить ситуацию. Но я же видел, что у вас все под контролем. Зачем мешаться? Черт из два. Со снеговиком легче вальсировать, чем гулять по городу с этой женщиной. Так, а правило номер 12? Не сработало. Она обдала меня холодом, а потом отшила, как неумного, неопытного малолетку. И все из-за этого, с редеющей шевелюрой, профессорскими словечками пустозвона, любимчика женского общежития. А может, она все-таки любит его, нет? Не допускаете, босс? Эта женщина любила меня,
А мой дружок Левка Забелин, отличник, умнейший парень на курсе, просто вовремя подсуетился. Да вы же сами тогда уехали. Запомни, красавчик, я Георгий Фаворский, и у меня никто никогда ничего не забирал. Значит, мадам Забелина тот самый трофей, который вам так и не достался? А ты что, мне мораль читать вздумал? Мистер, вчера я рыбачил на Маврикии. Ты что, забыл, зачем твоя задница притащилась в этот замечательный город? Нет, не забыл. Идите спать, большой Гарри. Завтра я попытаюсь исправить бедственность вашего положения. Алло, пап. Выезжаем через 3 минуты. Куда? Так, я не понял, вы влюблены или нет? Который час? Какая разница? Вы разве не хотели дождаться первых рассветных лучей, примчаться к ней, постучаться в дверь? Протянуть ароматный кофе со свежими булочками? Поймите, босс, женщину нельзя оставлять одну. Черт знает, какие смысловые конструкции она воздвигнет в своем сознании. Благодарю. Постарайтесь не давать ей много думать. Не давайте опомниться и заполняйте собой все пространство вокруг нее. И главное, постарайтесь понять, что же вы сделали не так. Ай, по-моему, это очевидно. Нет, 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 босс, женщины чужды банальной логики. И все эти игры в молчанку на самом деле лишь подлый способ манипулировать, заставить делать то, что выше наших возможностей. Но обида – это сигнал. Теперь нам остается только разгадать, какой же подвиг уготовила нам ее изощренное воображение. Так, нужно разгадать загадку, и мадам сама пойдет в ваше объятие. Не пуха. К черту. Алло, пап, как меня слышно? Прием, алло. Ты. И ты.
И ты. Но тебя, я слышал, вчера послали. Я слышал, тебя вчера послали. А ты думал, я спрячусь в своей норе и буду зализывать свои раны? Я вообще о тебе не думал. Врешь, Лёва! Тебя, кстати, здесь тоже не ждали. Да, я, между прочим, здесь прописан, и поэтому имею полное право... Врываться да. Чуть свет, шлепать тут по всей квартире. Здравствуй, Геля. А я кофе тебе принес. Утренний визит с булочками. Как это примитивно. А ты, я вижу, тоже не с пустыми руками. Свежие утренние брюзжания. И бодрящее старческое нытье. Геленька, эспрессо с двойным сахаром, послаще, как ты любишь. 100 лет не пью кофе. Ха-ха! Ошибся в расчетах, разработчик космических модулей. Что, ошибся в расчетах, разработчик космических модулей? А ты тоже давай-ка, ищи свой арифмометр и на выход. Да? Да. Да, все правильно, я тоже здесь ненадолго, я только... Заберу свой низковольтный распределитель и магнитное фотореле с датчиком и сразу же уйду. Ой! Боже, какая неуклюжая провокация! Приди за своими вещами, ее сердце дрогнет, и она попросит тебя остаться. Фу, как примитивно, Лёва. Беру пример с тебя. Опускаюсь до твоего уровня. Мои методы. По крайней мере, имеют смысл. Это интересно, какие? Приперся с утра пораньше, ведешь себя как навязчивый подросток? Если ты этого до сих пор не поняла... Какая же ты дура! Ангелину достали уже. Она бы открыла дверь, прислала бы за шиворот ему это кофе, и сказка про английского принца благополучно бы завершилась. А-а-а! То есть ты хочешь сказать, ты что, давал мне фору? И ты все испортила. Теперь твоей маман приходится снова выбирать, кого же прогнать первым, Жору Фаворского или Леву Забелина, которого ты, кстати, притащила. Так что, Георгий Михайлович, сейчас освобожу полки, и можете спокойно переезжать. Ой, спасибо, Лев Сергеевич. Вы знаете, я как-то проблем уже в площади не испытываю. Да. Значит, думаешь, она с тобой поедет, да? Даже не мечтай. У Ангелины Ивановны кружок, зачеты в 10-11. Родители, дети, сам понимаешь. Ну, так что вот тебе 70 квадратных метров. Кухня 15 метров. Да. О, благодарю. Только можно позавидовать. Ну, не так, как тебе, Левочка. В твои-то 50 с гаком. Отхватить такую знойную диву. Да. Сум квикве, как говорили древние. Каждому... Свое. Все вы врете, Алексей. А может, я отличный парень? Нет, не допускаешь. Отличный парень засунул бы босса в машину, отвез в аэропорт и летел бы сейчас уже где-нибудь над Варшавой. А может, я не хочу улетать? Может, мне нравится стоять здесь над городом и слушать, как ты орешь на меня? Чего? Не знаю. С тех пор, как ты прицепилась ко мне, я веду себя очень странно. Нет, нет, очень даже нормально. И боссу угодить, и хорошим типа остаться. Не волнуйтесь, Алексей, расслабьтесь. Никто не ждет от вас поступков. Сказала девочка, которая боится взрослеть и до сих пор живет с мамой. Иди ты знаешь куда! Знаю! Заберусь обратно в шкуру старины Алекса и буду мелко пакостничать. Счастливо оставаться! А знаете ли... Никуда я отсюда не поеду. Мне нравится эта квартира. Центр города. Солнечная сторона. А знаете что? Я ведь тоже к этому месту давным-давно прикипел. 70 квадратных метров. Хорошо. Кухня 15. Потрясающе. Кстати, вот этот сервант я сюда на своем горбу тащил. Припоминаете, Константин Эдуардович? Так, ну все. Я думаю, пора прояснить ситуацию. Что хотят оппоненты, мы уже выяснили. Что нужно мне? Это никого не интересует. Так вот,
интрижка с навязчивым самодуром, который через 25 лет вспомнил, что ему нужна любовь, меня совершенно не интересует. Равно, как и назойливые ухаживания недотёпы, который вспомнил о том, что у него есть жена, только тогда, когда за ней на лимузине приехали. И чего бы мне действительно хотелось, это остаться одной, наконец-то. Принять ванну и закончить диссертацию, которая, если джентльмены не в курсе, занимает меня гораздо больше, чем их навязчивое присутствие. Поэтому я прошу с пониманием отнестись к моим желаниям, освободить помещение, и у меня все. Астероид хвоста кометы Дьюринга, огненный посланец галактики Прометея, вопреки расчетам астрофизиков, в ночь на 27 мая вошел в плотные слои атмосферы Земли, где и произошел взрыв. Сделай-ка погромче. Небесное тело разлетелось на осколки, часть из которых уцелела, и останки космического скитальца достигли поверхности нашей планеты. По свидетельству полинезийских моряков, огненные осколки упали у берегов Туамоту и в районе поселения Фангатау. Взрыв небесного тела был такой силы, что траектория останков занесла их в наши широты. Довольно большая воронка была обнаружена в районе Томска, а также вот здесь, в Верхних Савинках Тульской области. К месту падения были стянуты команды добровольцев, но останки, видимо, уже находятся в руках у кого-то из местного населения. Что упало, то пропало. В Москве у себя ищите. За третьим транспортом. Папа, ты слышал, это что-то запредельное? Да нет, обычное дело. Разогрев до 650, потом появление жил плавления, взрыв. Так, и какие ты делаешь выводы? Что будь он побольше, раза в полтора, кранты бы Полинезии и Гавайи. Нет, я не об этом. Почему ты опять бездействуешь? Я не бездействую. Я проверил контрольный, я привел в порядок брюки. Ты что, не видишь закономерности? Мама сказала о диссертации тут же. Осколок ее галактики падает в 200 километрах от нашего дома. Какие еще вселенные должна дать тебе знаки? Что ты орешь? Уроки идут. Я не знаю, как там вселенная, но твоя мама дала мне ясно понять, что видеть она меня больше не хочет. Да. И поэтому потом сейчас какие-то другие физики, а не ты. А куда я, по-твоему, сейчас направляюсь, как последний идиот? С портативным спектрометром и саперной лопаткой в портфеле, а? Куда? Я вовсе не для того, чтобы с ней помириться. Ясно? Я просто хочу, чтобы эта ненормальная стала наконец-то спокойно спать по ночам и перестала таращиться на мертвые звезды в свой дурацкий телескоп. Поняла! Будешь орать на дочь, пап, я никуда тебя не повезу. Я на тебя пока еще не орал. Я просто чуть-чуть завез. Вот и все. Здрасте. Здравствуйте. Значит, мне, пожалуйста, что-нибудь вроде оливье, и самое главное, мы знаем, что у вас есть осколок метеорита. Оливье нет. Жигулин, Игорь Иванович, нам нужен кусок небесного тела. Что, ничего не нарыли? Ну так, знаете, всякие осколки кварца и галогенидов, но все они, очевидно, земного происхождения. Ну, тогда по пирожку. А, спасибо. Жигулин, мне свинину по-деревенски. Ага. И это ценнейший внеземной образец. И сокрытие его от общественности, Жигулин, карается. Тихо, тихо, дамочка. Я хоть больше по части ребрышек, но в обоих кодексах подкован изрядно.
И там насчет камней с Марса ничего такого не сказано. Так что давайте, проходите, не задерживаемся. Мне вот эту вот котлетку, пожалуйста. Хорошо. Да. Но самое главное, вы нас должны понять. Мы научные работники, и этот образец нам необходим для серьезных научных исследований. Мне еще макарошек. А я главный на пищеблоке. И тоже провожу опыты. Да, интересно, какие? Собственно, метеоритов или вот пудинг с космической крошкой? Вам что? Мне капусту. Не, просто подсчитываю, сколько еще яйцеголовых припрется сюда из-за какого-то дурацкого булыжника. Может, еще картошечки? Так, стоп. А уже кто-то обращался, да? И с очень достойными предложениями. А, я, кажется, понял. Значит, если речь идет о деньгах, то... Минуточку. Это... Пожалуйста. О, слушайте. А, значит, ну, я думаю, что... Славенько, уважаемый, славенько. Тут один товарищ на длинной машине оказался куда щедрее. Кто? Кто? Нарядный такой. Но понтов много. Не люблю я этого. Короче, друзья ученые, вторник, местный ДК, будет аукцион. Там и поторгуетесь. В смысле? Ну, антиквар один надоумил. И мне выручки больше, и вам не обидно будет. Чего замерзли? По компотику и на кассу. В смысле? По компотику и на кассу. Итак, следующий лот – осколочный фрагмент танзанита. Образец серо-зеленого и розового цвета, обусловленный примесью ионов хлора и ванадия. Твердость от 6,5 до 7 по шкале Мооса. Плотность 3,4, структура совершенной спаянности. Так, значит так, пап, сильно не поднимай, да. Не выпендривайся. Да. И вообще, пап, и вообще, сколько у тебя денег? Денег у меня достаточно. Кстати, еще не факт, что Фаворский здесь вообще будет. Да, это какой-то другой мужик на длинной машине. Этот Филин даже не знает тему ее диссертации. А кроме того, он никогда не будет покупать то, что не принесет ему прибыль. И вы абсолютно правы, сэр. Вот. Но, к сожалению, не в данной ситуации. Простите, молодой человек, вы кто? Это ручная обезьянка Фаворского, ты вообще не обращай внимания. Хорошо, я пропущу мимо ушей этот изысканный эпитет, но, Лев Сергеевич, я пытаюсь вас предупредить, считаю своим долгом, не ходите туда. Почему? Зачем вам лишняя нервотрепка? Вы же знаете, сколько фунтов чертовых стерлингов на его адской карте. О, молодой, простите. Простите? Может быть, он передумает, может быть, я ничего не обещаю. Он может поднять до такого уровня, что вы потом, пардон, останетесь без штанов. Это не смешно, Лев Сергеевич. Вы знаете компанию Global Ingenti? Нет. А ее крахи? Нет. Это, на секундочку, не последние ребята на мировом сырьевом рынке. И что? Он их сожрал. Ну и что? Молодой человек, я вот что вам скажу. Пусть моего портрета никогда не было на обложке журнала Forbes. Это не значит, что Лев Сергеевич Забелин не может купить метеорит. Я желаю вам здравствовать. Ты довольна теперь? Да, вполне, вполне. И, кстати, я неплохо разбираюсь в людях. Да это не я ему сказал, как ты не понимаешь-то этого. Фаворский еще в Лондоне раскопал всю информацию относительно темы ее диссертации. Леша! Тебе гораздо больше шло, когда ты был негодяем. Да я им и остался. И прекрасно, веди себя соответственно, что ты болтаешься, как фиалка в проруби. Не надо меня воспитывать. Воспитывай свой 4-й Б! 95 тысяч раз. 95 тысяч два. 95 тысяч три. Продано. И осколочный фрагмент танзанита отправляется с частной коллекции в Сан-Франциско. Наши поздравления, мадемуазель.
Следующий лот – фрагмент тульского метеорита. Хондрит типа С4 с включениями ортопроксена, плагиоклаза и триолита. Плагиоклаза. 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 По предварительным данным, возраст материнского тела превышает 5 миллиардов лет. Ну, это преувеличение. Ну, 5 миллиардов, неважно. Начальная стоимость лота 57 тысяч рублей. 60. 60 тысяч раз. 60 тысяч два. 63. 63 тысячи раз. 63 тысячи два. 65. 65 раз. 70. 70 тысяч раз. 70 тысяч. 72. 72 тысячи раз. 72 тысячи два. 75. 75 тысяч раз. 75 тысяч два. 80. 80 тысяч раз. 84. 84 тысячи раз. 85. 85 тысяч раз. 85 тысяч два. 90. 90 тысяч раз. 90 тысяч два. 150. 150 тысяч раз. 150. 160. 160 тысяч раз. 160 тысяч два. 200. 200 тысяч. 215. 215 тысяч. Раз. 215 тысяч. Два. 250. 250 тысяч. Раз. 250 тысяч. Два. 300. 300 тысяч. Раз. 350. 350 тысяч. Раз. 350 тысяч. Два. 1 300 000. 1 300 000 раз. 1 000 000. 1 350 000. 1 350 000 полтора раз. Миллиона. Полтора миллиона раз. Полтора миллиона два. Полтора миллиона. 1 700 000. 1 700 000 раз. 1 800 000. 1 800 000. 1 800 000 раз. 2 000 000. 2 000 000 раз. 2 000 000 два. Ты рехнулся, что ли? 2 000 000. Это с индексацией или без? 2 000 000. 3. Продано. И осколок метеорита Дюринга достается профессору Забелину. Наши поздравления, Лев Сергеевич. А кто должен знать? Пушкин? На бирже труда у меня шутить будешь, кретин. Мозг, главное без паники. Ну ладно, я-то спокоен. А вот он теперь понервничает. Ну что, квартиру продавай, Ротшильд хренов. Ну, здесь, кажется, все. Ну, вот тогда здесь, кажется, есть еще 1 015. Потом... О, тут у меня есть... Вот, еще 1030 с лишним, так что... Итого 891 561 рубль. Может, у вас еще какие-нибудь карты имеются? Кредитные, дебетовые? Золотая подойдет? Вполне. Лев Сергеевич, возьмите, в машине оставили. Ну, это не моя. Это...
Это ваше, вы просто забыли. Вы просто забыли. Ученые, растяпы. Я никогда не был клиентом Национального банка Британии. И из-за этой мелочи кое-кто может не защитить свою докторскую. Значит, мне подачки не нужны. Передайте это, пожалуйста, этому вашему с неограниченным кредитным лимитом. То есть вы хотите, чтобы небесное тело улетело с частной коллекцией в Сан-Франциско? Предпоследнюю ставку сделала леди. Так что в случае неуплаты по правилам аукциона плод достанется ей. Георгий Михайлович, благодарствую. Я номер записал. Я, как только у приятелей перезайму, сразу же все верну с процентом. Оставьте себе, Лев Сергеевич. Это вам за доставку. Простите, но это не ваше. Потому что третий удар молоточка пришелся как раз на мою ставку. Которая превышает ваш годовой доход. Лев Сергеевич, давайте по-честному. Кто оплатил большую часть лота? Жор. Эта штука напополам не делится. Хандрит 5 миллиардов лет. Шутка ли? Лёва, ты не понял меня? Половина мне не нужна. А не пошел бы ты в Фонгатау, а? Там остальные обломки валяются. А я самодур. Мне нужен именно этот. Ты почему не передал ему ее письмо? Что? А, этот трусливый, мерзкий пасквиль на выдранном листочке из сопромата, да? Если бы она прочла, она, по крайней мере, поняла бы, что ты никуда не сбежал. А, ты сбежал. Ты сбежал, Жора. Сбежал подло, сбежал трусливо. Что, боялся, что не отпустит, да? Она бы простила меня, ты сподничал. И не передал ей мое письмо. Я просто не хотел, чтобы она напрасно ждала. Я ведь знал, что ты не вернешься. Ничего ты не знал, Левка. Ты всегда хотел того, что было моим. Ну, хоть раз в жизни поступи, как настоящий мужик. Признай, что взял не свое. Черт. Видели бы меня мои акционеры. Жора! Оставь себе. Хватит на безбедную старость. А как же так получается, Георгий Михайлович? Вот жила семья, никого не трогала, смешная, нелепая, ну какая есть. Тут появляетесь вы, весь такой неземной, не отсюда, начинаете деньгами сорить, подо все подводите свою философию, и все, нет семьи. Нет, понимаете, как будто не было. Они наверняка за грибами ходили или там подарки друг другу клали под елку. Нехорошо же это. Ой, я сейчас разрыдаюсь. А вы поплачьте, большой Гарри. Поплачьте, сбросьте камень с души и верните его за Белину. Красавчик, я не понял. Ты что, подраться хочешь? Не хотелось бы, но и вы отсюда с метеоритом никуда не поедете. Вторая драка за день, для меня это слишком много. Извини. Жаль. Ты был неплохим консультантом. Фаворский! Давно хотел сказать вам.
Вас всю жизнь будут любить только за ваши деньги. Запомни это. К Забелиной. Так. О. Что-то я не пойму. Чё? Ты что, правда собирался ему врезать? Я тебя умоляю, не я один, благодарю. Любой уважающий себя менеджер мечтает начистить морду большому Гарри. Кстати, у тебя есть салфетки? Благодарствую. Это ты такой спокойный или, может, у тебя посттравматический синдром? Нет, я просто не вижу поводов для того, чтобы кипишовать. Правда? Вообще-то, если я все правильно понимаю, тебя только что уволили с работы. Вообще-то, меня волнуют сейчас только две вещи. Во-первых, я испортил очень дорогой пиджак. Ничего не испортил. Во-вторых, меня избила девчонка. Да. Да. Но этого никто не видел, а я, так уж и быть, может быть, никому не скажу. Правило номер 10. Женщинам не нужны победители. Они выберут того, кому только что начистили морду. Руки бери. Только не нужно врать, что ты еще не придумала имена нашим четверым детям. О, полюбуйтесь на него. Типичный образец женского обожания. Печально поверженный, побежденный. А мы чего здесь сидим? Почему не боремся за свое счастье? Ни денег, ни любви, ни метеоритов. Это все мелочи жизни, понимаете? Холодный камень, вещь. Женщине, поверьте мне, нужно совершенно другое. Нет, моей маме нужно именно это. Как ты мог отдать ему камень? И почему ты не передал ей тогда записку? Он был молод и глуп. Ты вообще сейчас на чьей стороне? Я за справедливость. Раньше только Фаворский у нас был негодяем, а теперь у папы рыльце-то в пушку. Ну, прости меня, дочь, за то, что я так сильно любил твою маму. За то, что я... хотел прожить с ней всю жизнь. Да, что-то мне не верится, пап. И теперь поэтому именно Фаворский мчит к ней с огромным куском ортопроксена. А в свете нынешних событий, простите меня великодушно, а это не оно? Откуда это? Ну, видимо, откололось во время вашей кровавой бойни. Лев Сергеевич, мы чего сидим? Да, папа, третий шанс Вселенной уже не пошлет. Сергеич! А где твой этот баклажан? На штрафстоянке, я думаю. Это проехала она. Стой! Мама. Ой, хорошо. Лепенький, залезайте. Командир, погнали, потом разберемся. Не беспокойтесь, ей понравится.